Я считаю, что вообще, когда брат идет на брата, а у них именно такая ситуация происходит, это страшно. И то, что происходит на Украине, мы вообще... Такое ощущение, что это конец света, потому что невозможно. Славянин идет на славянина, украинец идет на украинца. Это самое страшное вообще, что вот должно сниться вообще в страшном сне. Я не понимаю, как люди это все допускают, сколько это будет продолжаться. Мы все молимся о том, чтобы это произошло как можно быстрее. Я надеюсь, что в скором времени мы дождемся положительного результата.